Ребята, вы только посмотрите, у грузовичка отвалилось колесо. Что же теперь нам делать? Думаю, нам нужен механик и набор инструментов. Так, а на чем же мы все это повезем? Правильно, нам поможет грузовичок. Грузим инструменты. Отлично, механик, и ты садись. Поехали! А вот и грузовичок. Так. Сломалось колесо. Все понятно, я починить смогу. Достаем инструмент. Приступим. Так, здесь нам нужно закрутить. Здесь немножко подстучим. Возьмем колесо. Какое большое, тяжелое колесо. Пойдем попаднее колесо на место. Возьмем вот эту желтенькую гаечку и прикрутим наше колесико. Отлично, колесо прикручено и прекрасно работает. Попробуем прокатиться на грузовичке. Сели поудобнее. Поехали! Отлично, у нас все получилось. Грузовичок работает.